Егоров Александр Иванович, руководитель команды КГТУ. Александр Иванович, как вам сегодняшний игра? Ну, игра замечательная. Во-первых, мы очень рады, что мы снова участвуем в первенстве НСФЛ в очередном туре. Рады видеть знакомые лица и незнакомые, потому что студенческий футбол он объединяет всех. Игра была нервная, эмоциональная. Ребята постарались и вырвали победу на последних буквально 4-5 минут. За это время сумели сконцентрироваться. Футбольный бог нам тоже в каком-то моменте улыбнулся. Поэтому мы довольны результатом и будем стараться, чтобы еще две игры бороться только за победу. Я хочу сказать всем ребятам своим спасибо большое. Как вам сегодняшний соперник? Я считаю, что соперник достойный. Они навязали свою игру, вязкую, ловили нас на контратаках, поймали хорошо и вели достойно, достойно выступали в этой игре. Вам спасибо, вам за помощь. Спасибо большое. НСФЛ и в нашем первенстве только успех. Спасибо большое.